Когда у нас на севере говорят об Африке, это что-то романтичное, загадочное. Каждый воспринимает этот континент по-разному. Но все абсолютно схожи во мнении, что будущее нашей планеты во многом принадлежит Африке. Я также придерживаюсь такого мнения. Для меня Африка уже не загадочный континент. Если я раньше чаще бывал в Северной Африке, то в последние годы мне удалось побывать и в центре Африки, в Хартуме, и на юге вашего континента. Поэтому я представляю себе, что такое Африка. И я рад тем процессам, которые сегодня проходят в Африке, тем процессам, которым подвержена Африка. Африка развивается. Государства африканского континента приобретают свою независимость. Словом, Африка освобождается от своего колониального наследства. Вы должны знать, что мы всячески привержены этому процессу и будем всячески поддерживать те государства, которые хотят обрести свою независимость. Мы технологичная страна и готовы эти технологии передать вашей стране и африканскому народу. Вы что-то увидите у нас, познакомитесь с нашими производствами, и если вам что-то понравится, если мы с вашей точки зрения можем помочь вашему государству и Африке в целом, вы нам скажите, мы обязательно сделаем. Обязательно сделаем. Вы должны знать, что вы для нас не чужие. Для нас, для белорусов, россиян, потому что у нас есть история сотрудничества, которая уходит в глубину развития и существования Советского Союза. Поскольку вы для нас близкие и не чужие люди, мы вас приглашаем в Беларусь и открываем перед вами наши сердца.